Добрый вечер. В эфире телеканал АЭС «Дебаты» между представителями политических партий на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области 4-го созыва. В Иркутской области 10 сентября состоятся выборы в региональный парламент. Отдать свои голоса можно будет в течение 3 дней, 8, 9 и 10 сентября. На данный момент Центральной избирательной комиссии зарегистрировано 7 политических партий. Сегодня принять участие в наших дебатах могли 4 из них. Это партия «Единая Россия», партия «Новые люди», Российская партия «Свободы и справедливости» и Коммунистическая партия Российской Федерации. Все партии были извещены и приглашены к участию. Итак, в нашей студии присутствует представитель партии КПРФ Андрей Семенович Маслов. Добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, что нашему кандидату и телезрителям форму проведения теледебатов представители каждой политической партии есть 13 минут, чтобы донести до избирателей свою программу, суждение, мнение по заданной теме. Поговорим мы сегодня о социально-экономическом развитии Иркутской области. В принципе, тема у нас свободная. Так как в студию к нам пришел только представитель партии КПРФ, то время для выступления Андрея Семеновича увеличивается за счет не явившихся. И я приглашаю за трибуну представителя партии КПРФ Андрей Семенович Маслов, пожалуйста. Спасибо. Вот ваша камера, пожалуйста. Дорогие товарищи, уважаемые друзья, уважаемые жители Иркутской области, в период с 8 по 10 сентября 2023 года в Иркутской области состоятся выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области. От имени Иркутского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации я депутат Законодательного собрания Иркутской области, а также кандидат в депутаты Законодательного собрания Иркутской области 4-го созыва Маслов Андрей Семенович объявляю программу избирательного объединения Иркутского областного отделения КПРФ политической партии Коммунистической партии Российской Федерации на выборах в Законодательное собрание Иркутской области 4-го созыва. Уважаемые товарищи! Наша страна переживает критический период своей истории. Опасность нависла над экономическим суверенитетом и национальной безопасностью России. Схватка между мировым империализмом и прогрессивными силами страны вступила в решающую фазу, исход которой определит судьбу и перспективы развития нашей Родины и будущих поколений россиян. Развязанная США и ее вассалами гибридная война против России и стравливание с народом Украины переросли в кровавую бойню с ее войсками и наемниками, обильно финансируемыми и вооружаемыми натовской военщиной. Сражаясь за независимость России и русский мир, наша армия отважно отражает атаки воинственного Запада, ведет в ходе специальной военной операции ожесточенные бои и освобождает пролитую кровью территорию от неонацизма, бандеровщины и фашизма. Коммунистическая партия Российской Федерации, поддерживая проведение специальной военной операции, ее главные задачи денацификации и демилитаризации, оказывает гуманитарную помощь участникам спецоперации, выражает всемирную горячую поддержку нашим бесстрашным бойцам, командирам и их семьям, соболезнует и скорбят по погибшим армейцам, нашим боевым товарищам. Перед лицом риска национальной катастрофы порабощения России со стороны русофобских и националистических сил, предательством праволиберальных взглядов мы убеждены в том, что отвести угрозу закабаления и уничтожения России можно лишь консолидацией общества на принципах человеколюбия, подлинной демократии и реализации предложенных КПРФ 20 неотложных мер для преображения России. В последовательной и неустанной борьбе за мир, свободу и процветание нашей Родины Коммунистическая партия Российской Федерации, ее Иркутское областное отделение полны решимости добиться осуществления левого поворота, повышения жизненного уровня населения и сплоченным союзом левопатриотических сил с поддержкой избирателей завоевать победу на выборах в Законодательное собрание Иркутской области и муниципальные органы Иркутской области 10 сентября 2023 года. Глобальный капитализм, как свирепый строй беспощадного гнета трудящихся, сегодня терпит крах. Он изжил свои источники роста и пытается вернуть планету в очередную смертельную авантюру. Политика, нацеленная на сохранение интересов олигархии, финансовых воротил, коррумпированного чиновничества и нанесение ущерба обездоленному населению бесчеловечной пенсионной реформой, постоянным повышением тарифов, ростом эксплуатации трудящихся, оптимизация сферы здравоохранения, сокращением социальных расходов полностью изжила себя и требует коренных изменений. Мы твердо заявляем о том, что даже в условиях чудовищного социального раскола в обществе, обнищания и вымирания населения в богатейшей ресурсами стране,
Коммунисты и патриоты могут кардинально изменить социально-экономическую ситуацию в регионе и реально улучшить благосостояние молодежи, бюджетников, предпринимателей и пенсионеров. Красноречивым подтверждением этому служит беспрецедентная динамика показателей деятельности губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко и возглавляемого им правительства в период 2015-2019 годов, когда наша область стала лидером в стране по темпам роста валового регионального продукта и областного бюджета, инвестиций в строительство и ремонт социально-культурных объектов, сокращение государственного долга. Так, доходы областного бюджета выросли с 92,9 миллиарда рублей, данные на 1 октября 2015 года, до 194,8 миллиарда рублей на декабрь 2019 года. Валовый региональный продукт с 1,28 миллиарда рублей в 2015 году до 1 миллиарда 432 в 2019. Объем средств, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, превышен в 5,7 раза с 2,2 миллиарда рублей до 16,5 миллиарда рублей в 2019 году. Финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы возрос с 60 объектов до 321, а это школы, детские сады, больницы, ФАПы, спортивные объекты и объекты культуры. Приведенные факты позволяют сделать вывод о том, что КПРФ России сегодня – это партия политической и экономической альтернативы. И у нас есть возможность реализовать ее в регионе, доказав на практике высокую эффективность и социальную значимость своей программы для жителей Иркутской области. Наш стратегический инструмент достижения целей ускоренного социально-экономического развития региона – государственное планирование, которое было заложено в разработанной впервые в России Иркутской пятилетке КПРФ на 2019-2023 годы, которое обобщило приоритеты развития и насущные социальные потребности всех муниципалитетов и региона в целом, выполнение которой было перечеркнуто вынужденной отставкой Сергея Георгиевича Левченко с поста губернатора Иркутской области. В нашем новом курсе социально-экономической политики Иркутской области мы провозглашаем главенство принципов защищенности, справедливости и развития. В нашем понимании защищенность – это полноценное, максимально эффективное функционирование ветвей власти для защиты прав и интересов наших людей. Жители региона должны чувствовать себя в безопасности от превратности и угроз кризисной ситуации в стране и регионе. Приоритетное внимание материнству и детству, благоприятным возможностям для воспитания, обучения и трудоустройства молодого поколения в Иркутской области. Справедливость. Это честное и контролируемое формирование и распределение доходов областного бюджета и располагаемых народных благ в гуманных целях развития всех жителей региона. Это достойный уровень и качество жизни, отвечающее современным социальным стандартам, прежде всего в сферах здравоохранения, образования, науки и культуры. Развитие – это непрерывное и ускоренное движение вперед в безопасное и благополучное будущее, создание уже сейчас основ для быстрого и качественного роста экономики, пополнение доходов бюджета, организация новых рабочих мест, внедрение новых перспективных технологий и методов управления, в результате чего будет обеспечено повышение жизненного уровня населения региона. Исходя из этого, проводимая нами социально-экономическая политика будет направлена на решение следующих 12 основных задач. И первая задача. Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти с увеличением доходов бюджета. Врачи, учителя, работники культуры должны получать отдельные региональные надбавки, единовременные выплаты к заработной плате, в том числе к профессиональным праздникам. В наших силах вывести уровень заработной платы бюджетников Иркутской области на первое место в Сибирском федеральном округе. Второе. Обеспечение условий для снижения предельных наценок на социально значимые товары. Очень важно, чтобы в торговых сетях социально значимые продукты продавались исключительно с допустимыми торговыми наценками. Третье. Недопущение резкого увеличения энерготарифов. В Иркутской области самые низкие в России тарифы на электрическую энергию. Уже не первый год предпринимаются попытки властей и олигархии от энергетики изменить эту ситуацию и довести тариф до общероссийского уровня. Если это произойдет, тариф для жителей Иркутской области может увеличиться в разы и сильно ударит по покупательной способности граждан в социальной сфере региональной экономики. Четвертое. Продовольственная безопасность региона. Необходимо добиваться значительного осваивания целинных земель, повысить уровень самообеспеченности по мясу и молоку, оказывая помощь селянам в наращивании поголовья скота.
предлагается реанимировать систему потребительской кооперации, позволяющую выкупать участников и садоводов излишки сельхозпродукции, а также существенно улучшить продвижение сельхозпродукции в торговые сети. Пятое. Качественное улучшение медицинского обслуживания. В медицинских учреждениях необходимо стремиться к обеспечению бесплатной и качественной медицинской помощи. Необходимо подготовить и принять региональный закон о здравоохранении в Иркутской области, обращая особое внимание на участковую службу и скорую медицинскую помощь, программу подготовки и закрепления медицинских кадров на территории Иркутской области. Наряду с этим наши лечебные учреждения нуждаются в улучшении организации и высокотехнологичном оборудовании, как, например, построенном в 2018 году при губернаторе Сергее Георгиевиче Левченко диагностическом центре в городе Братске, одном из самых современных медучреждений в России. В течение следующих 5 лет наша задача – закрыть все острые вопросы, включая и кадровые, связанные с оказанием доступной и своевременной медицинской помощи населению региона. Шестое. Приоритетное внимание молодежи, сократить ее отток в другие регионы, поддержка предпринимательства и организация новых рабочих мест. В этой части необходимо добиваться гуманизации и патриотизма школьного образования, воспитания обучающихся в духе уважения традиций и дружбы народов России. Необходимо сохранить региональные учреждения среднего и высшего образования и создать условия для их успешной деятельности. При этом развитие региона не может происходить без реальной поддержки среднего и малого предпринимательства и строительства предприятий, выпускающих инновационную продукцию. Жители области должны знать, какие предприятия будут построены в ближайшие 5 лет, сколько и каких рабочих мест на них будет организовано, по примеру того, как это было конкретизировано в Иркутской 5-летке губернатора-коммуниста, политика федерального уровня Сергея Георгиевича Левченко. Седьмое. Каждая работающая семья должна иметь возможность приобрести квартиру. Главная задача – это повышение доступности квадратного метра жилья для населения. Необходимо снизить его стоимость, устранить спекуляции на рынке земли, отказаться от точечной застройки. Тем не менее, проблема незаконных рубок снова стала актуальной в Иркутской области. Десятое. Развитие региональной транспортной системы, повышение качества ремонта и строительства дорог. Для нашей области первостепенное значение имеет транспортная инфраструктура – авиационный, железнодорожный, автобусный, водный транспорты, которые должны удовлетворять интересам населения, а не частно-собственнического капитала. Справедливое недовольство у жителей области вызывает неудовлетворительное состояние муниципальных дорог, ввиду чего необходимо больше уделять внимание вопросам эффективности дорожного строительства и ремонта. 11. Возврат прямых выборов мэра муниципальных образований. Полагая, что согласно Конституции Российской Федерации, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, фракция Коммунистической партии Российской Федерации намерена добиваться, чтобы вновь избранный состав Законодательного собрания Иркутской области вернулся к этому вопросу и встал на сторону абсолютного большинства иркутян. 12. Экологическая безопасность региона и ответственность бизнеса за причинение ущерба здоровью населения и природе. На территории Иркутской области находятся гигантские и крупные промышленные предприятия, которые платят налоги за пределами региона, но токсичными отходами загрязняют его окружающую среду и наносят огромный вред здоровью населения. Вследствие этого из-за газованности воздуха, транспортом, уровень онкологических заболеваний в Иркутской области выше среднего значения по стране. Вследствие чего региональные предприятия должны внедрять современные зеленые технологии и расширять формирование и реализацию медицинских и санаторно-курортных программ. Требует неукоснительного и полного выполнения природоохранных мероприятий, исключающие экологические катастрофы на территории области, где расположены крупные источники загрязнения, и прежде всего в городах Усолье-Сибирское, Братск, Ангарск, на побережье озера Байкал. Эти 12 основных и безотлагательных задач – базовое положение нашей программы, программы Иркутского областного отделения КПРФ. Мы и дальше будем активно бороться против любых антинародных акций, от повышения пенсионного возраста до роста цен и налогов. Только сплоченными и сильными мы ответим на исторический вызов современности, сбросим с России капиталистические оковы гуманизма и свободы, национальной безопасности, независимости и развития. Вернем нашей стране светлые идеалы мира, добра, народовластия и социализма.
Коммунистическая партия Российской Федерации – единственная достойная альтернатива партии власти сегодня. Коммунистическая партия Российской Федерации – это партия народа. Призываем вас голосовать за коммунистов и патриотов. Уважаемые товарищи, от Иркутского областного отделения КПРФ, политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации по партийным спискам выдвинуты следующие кандидаты. Общеобластная часть – Левченко Сергей Георгиевич. Региональные группы – округ номер один, в который включаются Иркутск, Кировский, Куйбышевские районы, Король Павел Викторович. Округ номер два – Иркутск, Октябрьский район, Донцов Юрий Геннадьевич. Округ номер 3, Иркутск, Октябрьский район, Банько Сергей Александрович. Округ номер 4, Иркутск, Октябрьский район, часть территории Свердловского района, Обухов Анатолий Васильевич. Округ номер 5, Иркутск, Свердловский район, часть территории Синюшина гора, Глазково, микрорайоны Первомайский, Университетский союз, Маслов Андрей Семенович. Округ номер 6, Иркутск, Ленинский район, часть территории Иркутский район, Белов Александр Сергеевич. Округ номер 7, Ангарск, часть территории Лобанов Дмитрий Тимофеевич. Округ номер 8, Ангарск, часть территории Сарсенбаев Евгений Сейтович. Округ номер 9, Братск, часть территории Андреев Андрей Анатольевич. Округ номер 10, Братск, часть территории Петрук Светлана Михайловна. Округ номер 11, Слюдянский, Шелиховские районы, Хайдуков Валерий Валерьевич. Округ номер 12, Братский, Нижнеудинские районы, Воронова Галина Ивановна. Округ номер 13, Иркутский район, часть территории Ольхонский район, Тананаева Наталья Анатольевна. Округ номер 14, Усолье-Сибирское, Усольский район, часть территории Сумароков Павел Ильич. Округ номер 15, Свирск, Черемхово, Черемховский район, Усольский район, Лысевская Ирина Ивановна. Округ номер 16, Заларинский, Зиминский районы, города Зима, Саянск, Ермушкин Алексей Николаевич. Округ номер 17, Тулун, Балаганский, Куйтунский, Тулунский, Усюдинский районы, Ахмадулин Андрей Фанисович. Округ номер 18, Тайшетский, Ичунский районы, Спирин Евгений Анатольевич. Округ номер 19, Нижнелимский, Усть-Кутский районы, Мальцев Александр Викторович. Округ номер 20, город Усть-Илимск, Усть-Илимский район, Матвеев Евгений Петрович. Округ номер 21, Бодайбинский, Жигаловский, Казачинск-Оленский, Катанский, Качугский, Киринский, Мамско-Чуйский районы, Добротин Сергей Николаевич. Округ номер 22, Аларский, Баиндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхерит-Булагатские районы, кандидат от КПРФ Нахоев Петр Иннокентьевич. Уважаемые товарищи, при жеребьевке в областной избирательной комиссии по порядку размещения партии в избирательном бюллетене Иркутское областное отделение КПРФ будет выступать под номером один. Также областная избирательная комиссия не допустила до выборов Коммунистическую партию «Коммунисты России», не сумевшая собрать квалифицированные подписи для своей регистрации. Эта партия – обманка, партия, созданная только для участия в выборах, довольно часто отнимала голоса у неразобравшихся граждан и желающих поддержать КПРФ. Дорогие товарищи, несколько слов о статье Геннадия Андреевича Зюганова о программе «Победы». Встречая 2022-2023 год, мы были полны надежд, что в первую очередь он запомнится нам как год великого и светлого праздника столетия образования Союза Советских Социалистических Республик, векового юбилея величайшего государства, первого в мире, положившего в основу своей политики справедливость, равенство, права и достоинство человека труда, защиту материнства и детства.
Но история внесла в нашу жизнь суровые коррективы и предъявила нам вызовы, которые оказались самыми серьезными за последние 3 десятилетия. С того времени, когда предатели и перерожденцы, объединившиеся с нашими внешними противниками, осуществили преступный развал советской страны. В ответ на стремление России поставить заслон агрессивным планам НАТО, долгие годы сжимавшего удушающее кольцо вокруг наших границ, защитить суверенитет и безопасность Донецкой и Луганской народных республик и освободить братский украинский народ от окопавшейся на его земле нацистско-бандеровской хунты, Запад окончательно сбросил маску партнерства и цивилизованной дипломатии. Он прямо заявил о готовности к нанесению смертоносного удара по нашей стране, который рассматривает как решающий и объявленный в объявленной нам гибридной войне. Несколько заголовков этой большой программной статьи стали планом смелых и решительных действий. Курс, воюющий против нас. Медлить со исправлением ошибок нельзя. Современность сталинских задач. План великих свершений. Альтернатива сырьевой зависимости. Уроки преображения. Научный фундамент государства. Надежный щит медицины. Судьбоносный экзамен на прочность. Левый поворот к возрождению. И во имя программы победы. Мы убеждены, социализм и сегодня способен спасти Россию от деградации, разрушения и любых враждебных происков. Выдающаяся история Отечества доказывает, опираясь на опыт социалистического строительства, на уникальные примеры ленинско-сталинской модернизации и мировой практики, наш народ сумеет совершить новый подвиг возрождения и вернуть себе право на достойное развитие и великое будущее. Уважаемые избиратели! Сегодня у нас есть возможность реально обсудить как общефедеральные, так и общеобластные проблемы. Поверьте, их накопилось очень много. Я обсуждаю их в прямом эфире. Можно предположить, что раз они подняты в прямом эфире, то, безусловно, будут услышаны, проанализированы и рассмотрены. А выводы не только сделаны, но и приняты меры для исполнения и устранения сложившейся ситуации.